год, в 2014 году, на деньги американского миллиардера запускается строительство «Титаника-2». В 2017 году его пустят на воду, после чего совершит первое путешествие, которое не совершил первый «Титаник». Потом будет приплывать сюда, на остров Хайнань, в поддержку китайского флота. Ну и в том числе, как получил этот остров седьмую звезду, будет располагаться далее здесь еще отель в форме перевернутой рогатки. И на крыше этого отеля